никак не можете сконцентрироваться, а впереди у вас важный экзамен или разговор с боссом, доброе утро! Я решила обратиться за помощью к специалисту по медитации Пантену. Доброе утро! Доброе утро, Татьяна! Самые простые бронебойные техники специально для вас. Первое используется девушками обычно в отношении парней, которые к ним неравнодушны. Как вы думаете, что это? Не знаю. Скажи мне что-нибудь умное. Я не знаю. Понимаешь, вот это и есть оно. Эта техника работает именно благодаря тому, что в тот момент, когда вы начинаете смотреть внутрь себя, искать что-то умное, вы обнаруживаете ничего. И это как раз и есть основа для порядка. Если никого нет, вы подходите к зеркалу и задаете вопрос сами себе. Если нет зеркала, вы просто закрываете глаза и задаете вопрос внутрь себя. А что делать, если голос трясется, ладошки потеют, волнуешься? Ну, самая простая техника – беспричинный смех. Поставьте таймер и 5 минут беспричинного смеха. И не позволяйте никому вам мешать. Можете даже, наоборот, устроить из этого утреннее шоу со всеми. Упражнение номер 3. Если надо что-то срочно найти, если вы знаете, что эта информация у вас там есть, но почему-то недоступна, джибериш. Вы говорите на языке, которого никто не знает, активно двигая всеми частями тела с закрытыми глазами. Сделаем? Поехали. Прекрасно. Супер. И напоследок, самое вкусное и самое интересное, это кружение. Выберите любая рука, одна, например, рука встает горизонтально, ладошкой вверх, другая рука горизонтально, ладошкой вниз. Голову поворачиваете в сторону той руки, которая смотрит в небо, и выбираете осевую ногу. Какая у вас будет осевая нога? На какой ноге вы будете поворачиваться? Вокруг нее, собственно говоря, и начинаете ходить. Делайте наши упражнения, если вам нужно срочно навести порядок в голове. Доброго вам утра и отличного дня!